привет тебе. Продолжаю по выходным участвовать в съемках видеодневника, который основан на реальных событиях жизни автора видеодневника. С последнего слова последняя строчка. Очерк «Пиши, читай. Фантазия». Как средство искусства широко используется в музицировании, поэтике, изобразительном искусстве и им подобных сферах деятельности. Она также применяется в точных науках как инструмент при построении гипотез и представлений об объектах научного познания. Очерк «Пиши, читай». Приемы фантазии. Аналогия – это сообразие подобной конформис. Самое главное – акцентирование, невыделенная ссылочка, и типизация. Две выделенные ссылки, аналогия, типизация, а самое главное – это акцентирование. В фантазии нужно знать акцентирование. Очерк «Пиши, читай». Амбивалентность. Амба – это значит оба, а валента – значит сила. Двойственность. Амбивалентность – это расщепление отношения к чему-либо в особенности. Двойственность. Переживание. Щекотка. Акцентирование, надыхательный аппарат, амбивалентность, двойственность, выражающаяся в том, что один и тот же объект вызывает у человека одновременно два противоположных чувства. Амбиваленс дефинетели or maybe stay or go or love or hate or yes or no. Стрелка направо, вверху знак вопроса, и стрелка налево, внизу знак вопроса. Между стрелками знак вопроса, знак амбивалентности. У человека может проявляться в области чувств, идей или суждений. Например, как у автора видеодневника на почве пхутологии, вегнавтики. Кто с помощью указательного пальца может принимать решение в его выборе? Ставить ему не тот кончик носа, к примеру, как сегодня, а это, даже если это отрезанная фаланга автора видеодневника, немножко не то, что есть на самом деле. Амбивалентность, чувства, идеи, суждения, двойственность в выборе решений – амбивалентность при возникновении желаний или стремлений. Амбивалентность – это направленность сердца. Амбивалентность, очерк «Пиши, читай», история, понятие, термин, введен Эйгеном Бейлером. Исследователь считал амбивалентность основным признаком отключки от чужого воздействия. Например, у автора видеодневника есть свои приметы по жизни. Он живет один, он не моется, не умывается, зубы не чистит годами, уже 4 года. Зубная щетка не была в пасте во рту автора видеодневника. И любое соприкосновение с чужим иным миром, например, соседи в лифте, до лифта, например, в магазине, около кассы, где-нибудь еще, это есть включка чужого воздействия. В психиатрии и психологии такая внешняя включка-отключка считается признаком шизофрении или, говоря шире, шизоидности. Она проявляется в пхутологии, вегнавтике, шизоидность, как у человекообразных обезьян. Они все видели шарообразным,
вулканическим, везде видели чужую жизнь. Например, если чихнуть, и из ноздри появится пузырь соплей, это то самое, это та самая шизоидность человекообразных, которая передалась человеку. Но у человека есть амбивалентность, есть свои переживания, чувства. Он может чувствовать, осознавать сознание, сознавание. Он может передавать и высказывать их свои чувства в сложных предложениях. В связи с чем исследователь Бейлор выделил три типа амбивалентности. Это эмоциональная щекотка, воздействие на дыхательный аппарат. Это одновременно позитивное и негативное чувство. В случае как со съемками видеоблога, как на протяжении уже 4 лет рыба бьется без воды о гальку, о камни. Негативное чувство сменяется позитивным чувством. Вроде все здорово, эмоционально красиво. Человек идет, автор видеодневника идет к своей цели, чтобы уезжать почаще на природу, подальше от людей, и направлять фантазию только в творчество. Татуировка, видеоблог, стрижки, другие особенности автора видеодневника, уход за животными в пугающе шуточном стиле, кормление их на улице, в том числе кормление их кошек в центре различных городов, и иметь на этом солидный навар. Человек эмоционально амбивалентен либо к своим чувствам, либо к предметам, которые он держит, чем владеет. Либо к событию, например, рождение детей, либо смерть родителей. Наследство. Амбивалентность, очерк 2. Волевая двойственность – это бесконечное колебание между противоположными решениями, невозможность выбрать между чувствами и желаниями. Это зачастую приводит к отказу от принятия порывов к чему-либо, к событию, к предмету, к чувству. Например, сходить в туалет, когда тело удобно лежит. Либо когда тело очень сильно расстроилось, человек переживает, нервничает, слышит посторонние звуки, соседи грубят, разговаривают, переговаривают, говорят слово в слово, предложение наперед, все является правдой. Сверху кто-то в типсу кидает что-то тяжелое в виде гири, а с жизни на жизнь. Это смерть Кришны. 19 февраля – это как пуля входит в череп. Это не субкультура. Люди на самом деле желают друг другу зла. За пределами этого места, на кончике этих дред, оно находится. Итак, волевая амбивалентность зачастую приводит к отказу от принятия порывов, чувств, к событию, к предмету. Ринуться, кинуться куда-нибудь в сторону в уме. Например, чужая жизнь побежит туда и будет кидать эту гирьку с верхнего этажа себе на пол, чтобы гирька ударила прямо в дыхательную систему, прямо в мозжечок, прямо в металлическую структуру организма вегетарианца. Например, тот, кто не ест мясо, тот, кто живет не так, как все, в одиночестве, не включает свет, не умывается, не моется, верит в жизнь, верит в незагрязнимость своего тела и верит в чужую жизнь, что чужая жизнь все помоет, все почистит. Решение поступит позже обязательно, но сколько горя придется пережить, пока происходит двойственность волевая. Очерк 3. Амбивалентность интеллекту, интеллектуальная двойственность. Исследователь Эйген Бейлор
очеркнул следующими строками самую сложную двойственность. Чередование противоречащих друг другу взаимоисключающих идей в рассуждениях автора видеодневника. Над этими словами перед 19 февраля стоит подумать. И постучав пальчиком о височек, стоит подумать над смертью Кришны. Какой мороз на улице. Очерк «Пиши, читай». Его современник, его зовут Фрейд, а некоторые любят его называть только по имени. Кто эти люди? Это чужая жизнь, та, на которую сейчас смотрит автор видеодневника. Откуда она взялась? С этих оград, с этих могил, с этих растений зимних, с этих грязных берез, грязных дубов-колдунов. Отсюда эта чужая жизнь. И кто-то называет современника Эгина Бейлора по имени. Специально, чтобы быть похожим, чтобы бесить, чтобы сводить с ума. Изредка эти люди очень любят показываться в самых злосчастных, подлых местах. В лифте, при входе в лифт, около почтового ящика, либо на подходе в продуктовый магазин, либо в магазины ремонта ключей, обуви, другая глобализация. Итак, Фрейд вкладывал в этот термин иной смысл. А как известно, Фрейд задвинулся по рассуждениям Тимоти Лири. Он рассматривал амбивалентность, двойственность, как существование двух изначально присущих человеку противоположных глубинных побуждений. Вот почему в этот мороз, в это 19 февраля, день смерти Кришны, все так быстро происходит, все так быстро шуршит и двигается, потому что Фрейд задвинулся в двойственности, в амбивалентности. И знак со стрелками вопроса тому доказательство. Самым фундаментальным рассуждением Фрейда насчет двойственности является влечение к жизни и влечение к смерти человека, который способен думать и верить в то, что чужая жизнь все помоет, все отмоет. Очерк «Пиши, читай». Современная интерпретация двойственности. В современной психологии есть два понимания амбивалентности. В психоанализе под амбивалентностью обычно понимается сложная гамма чувств. Это щекотка, дыхательный аппарат, собственные пятки, собственные колени, под коленками, подмышки, места бицепсы, которые прижаты к груди. Там, где есть молочный запах, там, где есть запах дыньки. Это гамма чувств, которые фильтрует человек своей щекоткой дыхательной системы, своей собственной. Человек испытывает под воздействием своих собственных запахов гамму чувств кому-либо, чему-либо, предмету, либо событию. Предполагается, что амбивалентность, а многим это понять достаточно сложно, чтобы жить нормально по отношению к тем, чья роль в жизни является ролью индивида, что она лучше, выше, шире, быстрее, сильнее, позитивней, прекрасней, интересней, гаммочней и гораздо ярче, чем у многих тех, кто задвинулся дома, сидя на своих 20-х этажах, 25-х этажах, 5-х, 6-х, 2-х и 1-х, просто дома, как жены, мужчины, как жены. Жены, как сверла, как дрели. Людям нечем похвастаться, не о чем поговорить, и они обсуждают только жизнь Максима и больше никого. От этого они на Новый год и пели известной певице одного и того же имени, именем автора видеодневника, песню «Вдоль ночных дорог, знаешь ли ты», как бы провожая автора видеодневника в другой мир, как бы угрожая, если ты не с нами, значит ты против нас по жизни. В этот год Black Rabbit, черный кролик.
Итак, индивид – это неоднозначная жизнь. А кто привык жить однозначно? Это маменькины, папенькины сыночки. Автор видеодневника учился с такими в школе. Сейчас, конечно, они выросли, женились, потолстели. Их крайние плоти опустились. Они разговаривают шумно, грубо, как Гоша Куценко, как Кристина Арбакайте, как их молодой человек, детеныш, одетый, как будто он наездник кантри. Кевин Нэш из «Спасателей Малибу». Высоко одетые джинсы, ремень на пупке затянут, рубашка, заправленная под этот ремень, два кармана на груди, руки скрещенные на уровне солнечного сплетения дыхательной системы, волосы длинные. Что это значит? Этот молодой человек, он угрожает. Вот такие соседи окружают автора видеодневника. Лысые и достаточно блатные. Однополярность чувств, аналогия, акцентирование и типизация. Эта жизнь автора видеодневника только может испытывать лишь положительные эмоции, либо отрицательные эмоции, и переваривать их внутри своего подбородка, голосом внутри горла. Этим голосом они проговаривают свои собственные слова и строят из этого голоса свои семьи. Они радуются каждому лучику своих собственных люстр, своего света. Им нечем похвастаться, кроме грубого отношения к самим себе. Уже доказано, что та их жизнь, она полностью идет из горла автора видеодневника. Им нечем откупиться, кроме того, что они выросли и потолстели. Быть может, если бы мы учились в одном классе, в одной школе, им бы пришлось здорово поваляться на полу. За волосы бы их автор видеодневника точно бы потаскал. Точно бы справа-слева своими костяшками бы разбил их носы и лица. Каждого человека, которого видит автор видеодневника, будь они ровесники в школе, так бы и получилось. Это сейчас, после ампутации силиконового протеза в городской больнице номер 2 в Озерках, они могут пугать, запугивать бедное животное. Автор видеодневника решился на такой эксперимент над своим телом и не прогадал, и не пожалел. В отличие от тех, кто как белка в клетке сидит дома и шлет автору видеодневника его детские фотографии с галстуком, который переливается в крапинку. Блестящие крапинки, новогодняя хлопушка на черном фоне. На пластиковой лошадке с красным телефоном в горошек. Они угрожают, они ненавидят, и ненавидят они как? Просто повторяя слово в слово то, что придет на ум бедному автору видеодневника, который стремится быстрее выйти на работу, чтобы заработать деньги. Осталось 12 тысяч заработать на автомобиль всей своей жизни. Итак, скорее, считает Фрейд, идеализация или обесценивание того, что уже есть. Фрейд предполагает, что лучше либо брать и брать идти до конца, либо отказаться и больше никогда не участвовать в том, что было. Чувство на самом деле, эта щекотка, она амбивалентна, она двойственна, но индивид это не осознает. Либо осознает на уровне реактивном образовании. Вот и все. Фрейд доказал весь мир двумя словами. Реактивное образование. А чем они могут похвастаться, те самые люди, критикуемые автором видеодневника сегодня? Реактивным образованием и больше ничем. В клинической психологии и психиатрии под амбивалентностью понимается периодическая глобальная смена отношения индивида к кому-либо. Еще вчера вечером, пишет Фрейд, пациент испытывал к некому человеку только положительные чувства.
Сегодня утром, как в сегодняшний день, 19 февраля, день смерти Кришны, только отрицательное, морозное, быстрое чувство. А сейчас, после съемок, когда автор видеодневника уже дома, пьет чай и шьет очередную сумку, ест семечки, да орешки грызет, уже только положительное чувство. И каждые 2 часа кормит 4 кошек, рыжего, сиамского и 2 черных. В психоанализе Фрейд сказал, такое отношение я обычно называю расщеплением эго. Щекотка – это и есть расщепление эго, расщепление дыхательной системы своих собственных запахов. Кто-то может принимать свою дыньку и верить в то, что чужая жизнь все отмоет, а кто-то беспощадно наносить мыло за мылом, свято веря в то, что оно смоется. А то, что пахнет, это же просто мыло, оно же смылось, пахнет совсем не мыло, которое осталось на коже. И слой за слоем они наносят себе бальзам за бальзамом. А после этого их фотографии на кладбище выглядят достаточно печально. Может быть, это связано с расстройством множественной личности, а в фантазии главное – акцентирование. Итак, очерк «Пиши, читай» – интенция. Интенция – это намерение, стремление, направленность, сознание, мышление на какой-либо предмет. Опять же, щекотка, дыхательная система. Человек, уже который живет в возрасте, либо который умеет писать, тому, как, кому ясно сказали, что такое мышление, что это всего лишь смех, щекотка, дыхательная система, да, к ней может кто-то подстроиться, кто-то ее может дышать, ее могут дышать даже игры, фильмы, и делать они это могут достаточно долго, на протяжении 3 часов, 20 минут, либо 5 минут может с ними идти разговор в достаточно угрожающей форме. Не только люди плохие, но и, например, созданные глобализацией игры-фильмы тоже достаточно сильно вредят. Компьютерные игры, игры-фильмы, анимационные мультфильмы, как они это делают? Это настоящая загадка. В отличие от желания, интенция понимается как задуманный план действий. Но в сегодняшнем слове эта направленность кем-то, либо чем-то коррелируется со стремлением в неудачу. Self-sprint identity. Кто-то скажет, автор видеодневника в своих закладках хранит очень много ссылок, и одна из этих ссылок – Хэллоуин. И там он превратился в ведьму, которая находится в окружении других подделок. Но кто это делает? Это делает кто-то специально. Интенция коммуникативная, то есть подключка. Подключка, намерение может появиться в виде замысла, злого умысла. Например, соседи, ниже описанные, и им подобное. Коммуникативные службы. Например, как описанная ниже, 2-3 серии назад, девушка, которая пришла фотографировать показатели с счетчики холодной горячей воды. На следующий день автору видеодневника на работу, достаточно крепкую, пришло известие, что ему 1 марта придется уйти с такой-то, такой-то улицы на такую-то, такую-то улицу, чтобы там в более спокойном режиме можно было работать. Потому что автор видеодневника интересен во время войны, дали таким людям телесного склада с длинными волосами, длинными бородами, неумытыми, неподмытыми, зубы нечищенные,
четко там не водится, уши не стрижены, шанс заработать себе на жизнь, потому что много людей погибло. Интенция – коммуникативное намерение. Коммуникация – это неплохое слово, это слово хорошее. Ведь намерение, например, видеодневник – это моя собственная коммуникация, моя собственная служба по работе с миром. Ниже описанные травмы, ниже описанный образ жизни до 30 лет, с 14 лет, дал о себе знать. И таким людям действительно надо давать шанс почувствовать себя звездочкой в этом мире. А другим тем людям злого умысла, например, соседи и им подобные, под ключку такую почувствовать себя звездочкой давать не надо, считает автор видеодневника. Итак, в виде замысла строить высказывание в том или ином стиле речи, как автор видеодневника, в неподготовленном образе, в монологической или диалогической форме. Ниже описанные обстоятельства сбивают разум с толку, и ниже описанные люди злого умысла, которые являются подключками к self-spread identity, а особенно если сегодня бы автор видеодневника загружал бы ролик через плюсик и в описании закинул бы не хэштег кликуши, а хэштег и начал бы со слов «мифологические трикстеры», то на площадке на 20 этаже появилась бы девушка, которая является girlfriend одного бойфренда. И она воздействует на автора видеодневника как расслабление плохое. Руки опускаются, тело становится слабым, спать не хочется, хочется просто умереть. И такой человек уже не уходит. Достаточно много дней. Вот в чем дело. Вот в чем сегодня состоит плохая задача. Но речь сегодня получилась победоносная. Автор видеодневника связывает это только с предыдущими своими четырьмя предложениями. Это не есть хорошо, а очень плохо, так как описание видеодневника придумал лично я сам, а не посторонние злого умысла люди. Сегодня все. Пока тебе. Такого больше не будет. Описание. Обязательно кликуши и только полноценное описание. И шанса автор видеодневника затусить на ушах нестриженных он больше не даст. По крайней мере, в течение полугода уже точно. Mm-hmm.